Привет, други мои. Так, прошла ночь. Сейчас попробуем завести Ямаху. Да, кстати, вчера я говорил, пригонял мне этот Suzuki Loft, мальчишка. Она стояла долго, он не ездил. Завели вчера, тоже не было зазора на свечке. Завели, все, я ему аккумулятор подключил, уехал. Буквально через полчаса или через час волочит к воротам, орет дядя Олег. Я не знаю, что с этим мопедом делать. Он начал дергаться. И все. Я подхожу. Затащили опять. У него заводилки. Там заводилка снят почему-то. Подключили аккумулятор, и он и сел. Кручу. Вообще ноль. Как будто вообще поршня нету. Я говорю, ну, наверное, обломало кольца. Вот. А то, когда завели, я газую, что-то слушаю, это щелк-щелк. Видно, такая же проблема, как и на Ямахе. Съела бабышку, провернула кольцо и сломала. И вот теперь он заказывает поршневую, притащит мне его делать. Ну, сколько он поездил? С весны. Сезон отъездил он. И вот на... Хотя уехал он бодро, работал хорошо, все, компрессия. Но, видимо, бабышку тоже съела и... В общем, будем ждать Suzuki, возвращения Suzuki. Так, ну что, заводим Yamaha Jog. Утро. Сейчас посмотрим. Как бритвуля. Завелась прекрасно, пол тыка. Ну что, буду сейчас ставить пластик и попробовать проехать. Грацевать не буду, поршневая новая. Проеду и отдам. Так, ну что, пластик я поставил. Там, в принципе, еще там переднюю только эту часть. Вот как-то вот тут реализован неудобно. Чтобы снять сиденье, надо открутить замок. Вот в этом плане что-то тут как-то недоработано. Вот. Какая-то штучка, чтобы держать его. Крышка интересная с кнопкой. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас я закручу вот эти болтики. Так, ну замок я прикрутил. Правда, болты нашел, не нашел. Не помню, куда они делись. Вот тут вот такая штучка стоит. Специальная. А крышка модная. Как он работает, интересно. Оп. И пока нажмешь, оп, она не дает откручиваться. Модный фиксатор стоит. Ну что, аппарат готов. Сейчас попробуем проехать.
что, пробуем. Пробуем коня. Так, ну сильно вжигать не будем. Холодно, во-первых. Мопед сумасшедший. Летит как пуля. Газу практически не даю. Вот, ребята, и осень. Лето прошло. Приезжал сюда весной, да уже осень. Уже у нас конец сентября. Время летит незаметно. Ну что? Поедем.
такой дежурный пятак. Много не буду. Ну и все. Опять сумасшедший, газу не дать. Просто на взлет. Не буду его мучить, буду отдавать. Все, Ямаха, джок, все.